Я не знаком близко с Цицкоридзе, хотя я восхищаюсь его талантом танцовщика и горжусь, что у нас есть такие исполнители, как он. Что касается расторжения контракта, то я был бы более точен. Небольшой театр расторг контракт с Цицкоридзе, а директор Большого театра, потому что отождествлять директора и Большой театр не надо. Может быть, как раз директор, увольняя Цицкоридзе, я высказываю предположение, изгоняет и дух Большого театра, потому что то, что в материальном плане на сегодня мы имеем вместо Большого театра, это гнетущее впечатление помпезности и провинциальности. Не знаю, не хочу вторгаться в творческие дискуссии и споры вокруг Большого театра, но это действительно национальное достояние, и нам не безразлично, как будет звучать оркестр Большого, как будут там демонстрироваться спектакли. Нам не безразлично, что вот сегодня бывают случаи, я лично был шокирован, когда, придя с одной из официальных делегаций гостей России в Большой театр, я увидел балеты под фонограмму. В здании Большого театра фонограмма для меня это было нечто. Я до сих пор вот вздрагиваю при воспоминании об этом. И, конечно, я считаю, что общественное внимание к проблемам Большого театра должно только обостряться, а не уменьшаться.